Доброго времени суток. Давайте посмотрим общий расклад, который будет направлен на рабочий роман. Вот так вот. Так сказать, на работе настигла вас стрела Амура. Что-то у вас там надвигается, либо уже есть. Давайте посмотрим, куда же это все приведет. Роман, так сказать, на работе. Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим его отношение к вам. Его отношение к вам. О, девочки, горит. Горит человек, сгорает и возрождается заново. Здесь, кстати, еще может говорить о том, что отношения... такие непростые, да, человек в вашу сторону может загораться, перегорать, снова загораться, да, либо вы его как-то немножко отфутболиваете там, да, может быть, как-то не даете ему каких-то надежд, и человек вот как этот туда-сюда болтает его, но человек, девочки, прямо горит, горит, возрождается, ему хочется с вами... всего, понимаете? Он настроен на новое, он нацелен на это. Давайте, пожалуйста, посмотрим сейчас вас. Как вы относитесь к этому мужчине? Так. Ну, вы тоже. Во-первых, вы смотрите почему-то, как мне здесь показано, на то, здоров партнер, либо нет. Ну, вот так вот показано. Все-таки его здоровье, видимо, планирует кто-то здесь, может быть, крепкую семью, детей, да, смотрит на то, в каком состоянии мужчина. И еще здесь показано о том, что да, черный кот. Вы все-таки с хорошими картами, эта карта обозначает, что этот человек для вас важен. То есть этот человек имеет значение сейчас в вашей жизни и не маленькое. Давайте посмотрим, какая искра между вами, да, что между вами сейчас. Страх. Почему-то страх любви. Опять же, мне выпадает здесь больше ваших страхов, понимаете? Страх, возлюбленный. Вы боитесь, что что-то пойдет не так. Либо вы научены каким-то опытом, таким, который был где-то там, да, боитесь, что сорвется с крючка, какие-то недопонимания будут, боитесь, что человек может опять предать и так далее, да. Опять же, вы видите, что человек здесь непростой. Человек здесь непростой. Человек тоже может быть, да, со своими тараканами в голове. Вы тоже можете видеть, да, что он тоже немножко странноватый. Может быть, это и показано. Птица Феникс, да, человек такой загорается, перегорает, загорается. То есть человек может быть еще быть непостоянным, да, в своем интересе. Что еще между вами? Это длится уже не первое время. Вернее, это длится уже какой-то промежуток времени. То есть здесь показано время. И время проходит, да, может быть, вот эти вот подмигивания, интерес, который к вам, да, уже может давать такой, знаете, типа, потому что ну задолбал, ты уже или делал какой-нибудь шаг, да, или ты уже вообще ничего не делаешь, потому что уже происходит какое-то выгорание, вы уже чувствуете, что может быть вам уже это нафиг и не надо, хотя вы прекрасно понимаете, что этот человек может быть, да, как подарок судьбы, то есть человек этот неординарный, человек может быть очень ценный. Давайте посмотрим, делает ли он шаги к вам. Какие-то шаги он делает, либо он смотрит просто.
человек все пытается где-то подсмотреть, где-то что-то прочитать, где-то у кого-то что-то узнать. Он хочет, знаете, какой-то своеобразной гармонии, хочет наполненности ваших отношений. Вот не вижу я каких-то глобальных действий, понимаете? Да, человек здесь больше в голове строит какие-то воздушные замки, того, чего быть не может. Скорее всего, здесь говорится о том, что здесь проявление симпатии-то оно есть, но оно какое-то устное, знаете, какое-то как недоговоренность. Люди переглядываются, скорее всего. Либо это работа, да, рабочий роман может быть, а может быть это недороман, понимаете, вот так вот я еще скажу. То есть люди здесь друг другу, так сказать, симпатичны, но почему-то шагов не делает мужчина. А для женщины этот мужчина много значит уже, то есть она на него обращает внимание. Здесь точно так же говорит, что этот роман может быть такой, знаете, по здоровью, знаете, своеобразный фитнес-роман. Вот такой вот, знаете, молчаливый фитнес-роман. Это может быть даже что-то, может быть, со спортом, с телом связано, да. Давайте посмотрим, сделает ли он шаг. Да, девочки, у него не то, что да. Нету здесь ответа «да». У него очень много открытых дверей. Человек такой, который думает, надо ему это или нет. То есть у него очень много всех. У него он может проявлять интерес ко многим людям. Вообще такой человек, да, я уже говорила, неординарный, может интересоваться всем и вся. Проявлять может, но и не может одновременно, да. Для человека здесь еще важен больше материальный мир, материалка какая-то, устойчивость. Да, человек может, может быть, какой-то барьер быть здесь, да. Какие-то подводные камни могут быть. Что-то может останавливать человека в проявлении к вам. Либо сейчас у человека, да, либо у человека что-то сейчас идет. У человека может быть какая-то трансформация. Либо заканчивается какой-то период, о чем здесь и говорит карта смерть. Что-то сейчас у человека может быть тяжело. Может быть, он сейчас не в том положении, да, чтобы как-то к вам совсем настойчиво проявляться, хотя интерес есть. Давайте посмотрим, чем закончатся такие вот переглядки. Девочки, здесь говорится, что, возможно, будет пара. Будут переписки, какие-то вести, какие-то переписки могут быть. Но, опять же, девочки, это может быть все несерьезно. Он может прельщаться вами, вашей энергией. Но, опять же, карта Луна говорит, что это мечты, фантазии не сбывшиеся, да. То есть эта любовь, она может ни во что не вылиться более. Хотя чувства чистые. Между прочим, здесь вот и человек испытывает такие платонические чувства. То есть ему нравится женщина, да, но вот эти чувства такие какие-то чистые, без потребности, да, вот как-то перейти к кровати, что ли, вот постельные вот эти вот. Как-то больше такое, знаете, духовное общение, вот так вот, скорее всего. И нарастать интерес только будет. Я вот не вижу, да, чтобы прямо люди были вместе, вот не вижу я. Хотя здесь говорит все о том, что общение приятным, переглядки будут приятные. Но опять же, девочки, солнце. По солнцу это, знаете, как два человека, которые будут стоять на своем. Знаете, как камень на камень нашел. То есть с этой стороны проявление эгоизма, с этой стороны проявление эгоизма, да. И толком
роман выльется только в переглядке. Нарастание интереса, платоническую любовь и как-то больше ничего такого, больше физического, семья, либо что-то еще я здесь, девчонки, не увидела.